Следующий вопрос. Наллару кулли вахиди мина зауджейн или аурати л-ахар. Каково постановление взгляда одного супруга на второго супруга? То есть, что может смотреть муж относительно своей жены? И что может смотреть жена относительно своего мужа из участков тела? Говорит, яджузу ли кулли вахиди мина зауджейн ан-наллару иля джамии ибадан сахибии биля хилаф. Говорит, нет никакого разногласия, то что каждый из супругов может смотреть на все тело супруга полностью. То есть жена может смотреть на своего мужа полностью, на все его тело, и муж может смотреть на все тело своей жены. И говорит, подавляющее большинство ученых также говорит о том, что он, то есть мужчина, может смотреть на половой орган, на половые органы своей жены. И соответственно наоборот, жена может смотреть на половые органы своего мужа. Илля анна карихаху джамаа мин аль-ханабили ва шафиия. И в этом вопросе пришло разногласие от группы ханбалитов и шафиитов, которые сказали, что это является нежелательным. То есть разрешено в основе, но нежелательно. Ва каля баъду шафиия. И третье мнение в этом вопросе, это мнение некоторых шафиитов, которые сказали ля яджуз, что это является неразрешенным. Значит, прежде чем читать далее, подведем краткий итог, то есть предварительный итог. Что касается того, что жена может смотреть на все тело своего мужа, а также муж может смотреть на все тело своей жены, относительно этого нет никакого разногласия среди ученых. Но разногласие возникло именно в вопросе половых органов. Может ли муж смотреть на половые органы своей жены и жена смотреть на половые органы своего мужа? В этом вопросе получилось три мнения. Подавляющее большинство ученых говорят, что это разрешено, то есть без всякой нежелательности. Второе мнение в этом вопросе – это мнение группы ханбалитов и шафиитов, которые сказали, что это разрешено, но нежелательно. И третье мнение в этом вопросе – это мнение некоторых шафиитов, которые сказали, что это запрещено. То есть муж не имеет права смотреть на половые органы женщины, то есть жены своей, и жена не может смотреть на половые органы своего мужа. Это третье мнение в этом вопросе. وقجات أدلة في تحريم ذلك لا يصح منها شيء بل بعضها موضوع. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и пришли некоторые хадисы, то есть некоторые контексты о том, что это действительно запрещено. То есть запрещено мужчине смотреть на половые органы жены, жене запрещено смотреть на половые органы мужчины. Но эти хадисы являются недостоверными. Более того, некоторые из них являются ложными, выдуманными. То есть нет ни одного достоверного хадиса, который бы это запрещал. Поэтому правильным мнением в этом вопросе является то, что муж может смотреть на половые органы своей жены, а жена может смотреть на половые органы своего мужа без всякой шариатской нежелательности. Это мнение маликитов, а также ханафитов, и более известное мнение у ханбалитов, а также это мнение некоторых шафиитов. Лихадиси Бахас ибн Хаким, а наби Анджадди, Марфуан. И довод на это приходит отдельный. Это хадис Бахас ибн Хакима от его отца, от его деда, Марфуан, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ихфаз ауратак илля мин зауджи, аума малакат яминук». Сохраняй свой аурат, то есть не показывай свой аурат людям, кроме как от своей жены и от своей рабыни. От своей жены и от своей рабыни. Из этого хадиса берется то, что человек может показывать свой аурат своей жене. И, соответственно, жена может показывать свой аурат своему мужу. Ахраджу Абу Дауд. Говорит, этот хадис приводит Абу Дауд би иснадин хасан. И иснад этого сообщения является хорошим. وَغَدْكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَالْمَرْأَ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. И пришло также в достоверных хадисах, что бывало такое, что пророк, صلى الله عليه وسلم, с некоторыми из своих жен брали гусль из одного сосуда, то есть одновременно брали гусль из одного сосуда. И естественно, и понятно, что когда человек берет гусль, он бывает без одежды, то есть бывает раздетым. Соответственно, пророк, صلى الله عليه وسلم, брал гусль из одного сосуда с некоторыми из своих жен, или с одной из своих жен. Отсюда берется то, что разрешено одному супругу смотреть на половые органы другого супруга, и наоборот. Танбих говорит примечание: «Ва яджузу айдан лис саид ан янзура иля джамии бадани амати валь акс». Говорит примечание: хозяин рабыни может смотреть на все тело своей рабыни, и также рабыня может смотреть на все тело своего хозяина. На все тело своего хозяина, так же, как это касалось свободных людей. Этот вопрос, то есть так же, как это касается мужа и жены, то же самое касается хозяина или господина и его рабыни. Следующий вопрос.